Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак, и сегодня мы сделаем регистрацию первого вашего кошелька. Если у вас еще нет кошелька, идеальный вариант завести его на блокчейн. Это один из самых популярных ресурсов. Давайте мы сделаем, будем регистрацию. Вот адрес blockchain.info. Создаем, собственно, наш с вами кошелек. Для этого нам понадобится адрес электронной почты. Можете придумать пароль. Ну, вот он подсказывает, что пароль недостаточно надежный, поэтому введем что-то посерьезнее. Соглашаемся и продолжите. И идет доступ сюда. Добро пожаловать. После чего вы видите, здесь можно работать уже с биткоином и с этериумом, эфириум, кто как называет, получить, отправить, то есть если вы хотите получить биткоины, то вам нужно просто-напросто вот использовать вот этот кошелечек на получение. С отправкой биткоина, отправить, вы указываете, собственно, куда и какое количество биткоина вы хотите отправить. Вам, конечно же, придет подтверждение о регистрации, что вы подтверждаете, что да, это моя электронная почта. Сразу же можно заполнить данные защите Центра безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашему кошельку. Видите, здесь несколько вариантов. Можно ввести резервную фразу, и нужно, собственно, их все пройти, эти варианты. Давайте начнем вот с этого. Для этого нужно на телефон скачать, собственно, программу Google Authenticator. И потом вы сможете сделать скан. Вот так выглядит это приложение. Качается оно на ваш телефон. Сканируем этот код. И активируем. Все, после этого у нас появляется двухфакторная аутентификация. Закрываем. Пробуем войти. Сразу же у нас запрашивает наш код. Открываем его, смотрим в генераторе кодов Google. Ну, собственно, все этого, в принципе, достаточно. То есть, если вы хотите также добавить сюда такие вещи, как резервная фраза, то нужно пройти еще вот этот этап. Итак, мы с вами зарегистрировали наш первый блокчейн-кошелек, и, соответственно, теперь мы можем переходить к покупке биткоинов, получению на этот кошелек, отправке с этого кошелька и так далее.